Во Фрунзенском районе Ярославля погиб мужчина. Утром жильцы 8-го дома в складском переулке почувствовали сильный запах дыма. Загорелась квартира на 3-м этаже. Люди вызвали пожарных. Огнеборцы безуспешно пытались взломать металлическую дверь. Внутрь спасатели попали только через окно. На полу нашли тело 36-летнего мужчины. Огонь быстро потушили. По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за непотушенной сигареты. Региональный следственный комитет ведет проверку. Назначены экспертизы. Сыщики опрашивают соседей погибшего. Он не работал, в общем, пил такой вот. Сегодня это, он, наверное, задохся. Говорят, у него пол выгорел. Он это собирал, он у магазина, я видела. Стрелял, что ли, мелочь? Да, ему давали